Челябинцев снова напугали таинственные вспышки в небе. Ярко-голубое свечение удалось зафиксировать на камеру жителю Ленинского района. Автор видео сообщает, что ночью над городом была серия вот таких ярких вспышек. Очевидцы предположили, что в Челябинск снова прилетел метеорит. Однако специалисты уверены, что ничего инопланетного в свечениях нет. Всему виной, скорее всего, короткое замыкание.